Всем привет, друзья! Вы на канале Дудаплей, и мы играем в классический схватка с боссом. Давайте выберем наш танк. Танк будет у нас Титан. За Титана мы играем. Будем уничтожать боссов. Первый босс — удар грома. Так, давайте станем. Пробуем. Есть удар. Ё-моё! О, все, снесли мы ему башню наконец-таки. Будем, ребятушки, ставить рекорды. Армада. Так, ну вот этот танк вонючка. Сейчас мы его тоже схлопнем. О, почему я не попадаю в него? Где же ты? Армада. Ой, какой удар хороший. Еще два ударчика. Последний удар. Она! Я двигаться не мог. Немножко меня подранил. Нехорошо, конечно. Легион. Большой танк на гусеницах. Давай, иди сюда. О, попадание. Смотри, этот быстро. Этого я быстро нашел. На. Есть. Уничтожили мы тебя. Так, следующий едет. Ни секунды не дают продохнуться. Ага. Так, ладно. О-о-о-о, сейчас начнем стрелять своими арбузиками. На, еще ударчик тебе. На, получай. Уничтожили мы танк. Так, следующие у нас вертолеты пошли. Гонец ада. Так, ладно. На. Тихо. Так, с вертолетами надо двигаться постоянно. Нельзя стоять на месте. Опа, и еще один ударчик. Мы сейчас сделаем ему вот так вот. Опа, есть. Сбили ему башню. Так, следующий вертолет посложнее. Бомбардир. А он поопасней. Он стреляет вот этими ракетками. Гад, а? На. Видишь, он будет на одном месте так вот летать. Нас это не устраивает. Держи. А, все. Убежали мы от его ракет. Едем дальше. Так, вот здесь выступ хороший. Сейчас он подлетит. И мы его... О, щелкнем. Нет, не хватило. Не хватило одного ударчика. Ладно, мы его обхитрили. Так, и последний удар. Все. Он разлетелся и взорвался. Так, следующий у нас лазерная пасть. Ага. Огромный танк. Так, надо еще тоже уметь с ним воевать. Где-то здесь он едет. А, вот он. Ё-моё, я в него не попадаю. Так, вот, первое попадание. Второе. Так, Мазила, он не может ниже стрелять, видимо. Да, сейчас щелкнется. Щелкнулся. Лазерник. Удар грома. Так, на повтор пошли у нас. Вторая волна. Вторая волна танков. Так, опа, смотри, пролетает пульки. Ну, вроде бы сейчас нормально. Все, уничтожили. Следующий танк идет. А, кто-то. Армада. Пониже сейчас сделаем так. Может, и попадем в него, не знаю. Ёлки-палки, смотри, какой он низкий. Он очень низкий. Нет, так, отступим. Отступаем немножко. На! Стреляет, смотри, как гад. На, получай еще. Скоро ты хлопнешься. Еще один ударчик. Есть. Уничтожили. Не, второй. Легион едет. Ага. Сейчас, подожди. О, я уже, смотри, ехать не могу никуда. Ё-моё, он меня зажал. Давайте поближе к нему подъедем. А, переворачивает. Смотри, гад, а. Все. Вертолет. А, нет, не вертолетчик, еще один. О, вот этот кнут вонючка. Он будет кидать арбузиками. Арбузиками кидаться будет сейчас. Смотри, мне даже ехать некуда. Так, ладно, на, взорвись. Сам себя подзорви, слушай, чувак. О, вертолетчики. Ага. Гонец ада. Это уже третий круг, офигеть. На третьем круге мы, ребята. Так, нам нужно какой-нибудь такой выступ. Вот здесь нормально будет. Сейчас подождем.
пока он подъедет. На, еще один ударчик. Еще, еще. Опа! Хорошо. Так, на, еще, подожди. Попадание, отлично, отлично. И у нас бомбардир вертолетчик, он серьезный такой, ну вы знаете, что он любит вытворять, чем он бросается обычно. Так, нормально, два ударчика мы ему сделали, давайте здесь постоим. Все, и двигаемся, двигаемся. А, попал, попал все-таки в меня, гад. Ну ничего страшного. Сейчас мы здесь его подождем. На! Да почему я не могу ехать? Че он? Да дыбы встает. Вонючка. Так, сколько же тебе еще стрелять-то, а? Все ракетки я собрал. Вот бомбардир какой, а? Нехороший. Та, этот. Танк хотел сказать. Ага. Вертолетчик нехороший. Сейчас подождем его и щелкнем. На! Еще один удар. Да сколько ж тебе? Сколько ж тебе стрелять-то? А он бросается. Вот смотри. Сколько он бросается слишком вот этими ракетами. Все, уничтожили. Танки пошли. Лазерная пасть. Так, это опасный танк. Давайте сразу залечимся. Так, и попробуем стрелять в него. Так, где же ты? Где же ты, лазерная пасть? Вот он. Вот она, лазерная пасть. На, получай. Вот так надо встать здесь. Опа. На, держи еще ударчик. Еще. Так, он мне не попадает, смотри. Промахивается. Ха-ха-ха. Вот такой вот лазерная... лазерок. Лазерочек. Так, четвертый. Четвертая у нас уже идет волна. Раз. Два. Три. Четыре. О, так нехорошо стоять. Так стоять нехорошо. Так, встаем, встаем, быстрее, быстрее. А, попадание. Прямое причем. Все, уничтожен. Танк уничтожен. Следующий. Армада. Так, ладно, сейчас мы подъедем поближе. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, 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 нет. Это не очень хорошие у тебя ракетки. Не люблю я их. На, давай еще, 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 еще. Есть, уничтожили наконец-то. Здорово, здорово. Так, Легион. Ага, на. Попаду в тебя, нет? И хотя бы я тебя уничтожу или нет? Так, он стрелять сейчас собирается. А-а-а, смотри, все. Теперь я не могу никуда идти. Он меня... Ой, хорошо, убили мы его, молодцы. Почти что 3000, представляешь, заработал. Так, кнут, с ним бы справиться, не знаю. Ох, нифига, а что с ним? Куда он полетел? Может, он там перевернется? Ты видел, что-то с ним случилось нехорошее? Так, нет, бомбочки, нет. А-а-а! Одной бомбочки хватило, чтобы меня взорвало. Но я считаю, неплохо. Сколько мы там заработали монеток? 1500? Офигенно. Офигенно, ребята, просто. Давайте возьмем крушитель Луны. И купим ему такую окраску. Он заслужил, ребята, да? Титан заслужил такую окраску. Он заработал нормально денег. Так что едем. Едем уничтожать танки. 1500 я заработал за одну серию с боссами. И теперь я могу, конечно же, Титану купить новую боевую окраску. Мне не жалко. Для Титана не жалко. Едем на красном танке теперь. Теперь у нас Титан будет на красном танке ездить. Ну, такой красивый. Как вам, ребята, нравится? Это такая краска. Я могу даже вот переезжать вот эти танки маленькие. А, нифига. Нет, не могу. Не могу. И... Так, все, едет. У нас босс. Лазерная пасть, нифига себе. Конкретно причем. Давайте залечимся сразу. Подлечимся. Так, стреляем. Все, мы в него попадаем.
Где-то рядом уже едет. А, ну вот он. Еще пару ударов. Он даже не доехал до нас, представляешь? Не доехал, не успел. Так, сейчас подлечимся. Все. Так, тихо. Нехорошие танки. А, ну все, они сейчас разозлились, конечно же. Я их по боссу убил. И они сейчас меня будут мстить. Угу. На, подожди. Иди сюда. На, получай. 999 монет, фига себе. Так, едем. Никого нету, смотри. Сейчас где-то они спрятались. О, попадание. Слышал. По металлу. Так, будет еще кто ехать здесь? Нет, никого нету. Может быть, хотя бы мне монетки бы оставили бы. Так, вот этого сейчас. Опа, готов. О, красненький, а что ты здесь делаешь, алё? На, получай. Едем дальше. Что-то монет нету, смотри, я что-то не могу понять. Куда они монеты все зажопили? На. О, хорошо, хорошо, смотри как. Подщелкали, да? Как орешки. Как орешки, ребята, вы не хотите орешек? Что-то я орешек захотел. Что-то я захотела орешков. О, нифига. Следующий. Никого нету? А, нет, едет. Сейчас еще один будет ехать, смотри. Готов. И жду, ждем еще. Ждем еще, никого нету. Кончились танки, что ли, у вас, ребята? Вообще монет нету, смотри. А, перевернулся, перевернулся танк. На, отдыхай, я тебе помогу. Чтоб ты не мучился. А, следующий босс. А, следующий босс у нас кнут. Кнутик. На, получай. Еще один удар, и ты готов. Все. Так, подлечимся сразу. Не на 100%, но все равно нормально. Сейчас здесь будет вообще много танков, ребята. Раз. Ой-ой-ой-ой. Не успела тебя щелкнуть. На, получай. О, еще летят. Летят, летят, летят. А будет еще танков? Нет, все закончились. Ладно. Так, сейчас будет. Сейчас приедет бригада. Вот, едет уже маленький какой-то. Ох ты! Меня попадает, смотри, а? Сейчас я подъеду. Так, это только один танк. Так, это два. Это третий. Там их должно быть больше. Так, три танка всего лишь. Может быть такое, что три танка? Ладненько. Так, смотрим. А, вот он. Первый. Так, сейчас еще будет ехать. Вон едет. Красненький. Готов. Тут должно быть много танков, я не знаю куда. Где они все спрятались? Почему два танка только было? Вот, монетки пошли, прикинь. Только сейчас я монетки вижу. Ох ты, мимо. Готов. Готов. Так, и ты еще тоже все. Отдыхай. Так, монетки забираем, едем дальше. Опачки! Опачки! Сейчас они приедут. Сейчас приедут танки. Вот, уже едет. Так, нехорошо. Не успею я здесь их отстрелять, наверное. Да. То вас мало, то вас очень много. Вы там разберитесь. А, сколько вас должно быть ехать? Так, вот здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вообще засада, ребята, засада полная. Смотри, сколько танков приехало. Никогда столько много танков не было. Не помню, чтобы столько много танков было. Давайте подлечимся. О, отлично. Да-да-да-да-да, на, получай. Так, вот этот малыш, смотри, он какой-то озверевший. Он с ума сошел как будто. Так, лазер, лазерочек, иди отсюда. На, готов. Да смотри, сколько у вас там танков. То у вас нету никого, то у вас тут
100 штук сразу приезжает. Смотри, вот реально, да? Ну не было же столько много. Прям 100 штук прибежало. Так, нормальненько, нормальненько, ребятушки. Ну что ж, обязательно ставь лайк этому видео. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч, увидимся в следующих роликах. Пока-пока.